Так, всем привет, вы на канале CryptoCommons, и мы начинаем наш срочный биткоин апдейт, прямо жаря блинчики, ребята, потому что это очень важная тема, я вам на самом деле много раз ее говорил. Нужно отвлекаться от трейдинга, нужно заниматься чем-то еще. Вот, например, надо не забывать завтракать. Поэтому Грини с утра пораньше встал, делает блинчики, офигенные, кстати, блинчики должны получиться. Но, к сожалению, интернет вещей пока еще не такой, что вы можете их попробовать. Я думаю, что вы сможете их, кстати, попробовать, если приедете на какую-нибудь крутую тусу, где мы будем тоже, может быть, на следующий Financial Summit, не знаю. Но дело не в этом, дело в другом. Посмотрите, что с битком, он все никак не дадут ему провалиться. У нас по ТРДРу очень сильная история. Посмотрите, снова откупают, не дают ему пробиться вниз, хотя все уже зашортили и говорят, ну давай, давай уже, тут за дно, мемпул забитый. Как говорится, пик транзакций в сети. И, собственно, нет, не дают провалиться, поэтому Грин продолжает накапливать свои лонги на Bybit. Не забывая перевернуть блин, конечно. Привет, Катя Костеевич. Это, кстати, я у нее эту идею спер случайно. Не, на самом деле просто делал завтрак и думаю, надо начать записывать, потому что уже все понеслось. Смотрите, что происходит на Bybit. На Bitflex тоже, кстати, замечательная новая биржа для всех тех, кто не хочет париться с KYC и так далее, или кто из ограниченной территории. Регайтесь на Bitflex по ссылке в описании. Это вообще практически идентичный Bybit интерфейс. Но они добавляют новые пары, и пока здесь только USDT. Обеспечение, но тем не менее, хорошая биржа. Приложения у них еще даже нет в App Store, но это как раз и то, что нужно. Вы можете быть одним из первых и принять участие в разработке, и даже помочь, может, в улучшении движка. Будете говорить, что вам хочется добавить, убрать, какие пары там, какие опции и так далее. Так. Вот, блин, конечно, руки жирные, комп потом будет очень жирный, мне кажется, после такого эксперимента. Друзья, итак, биткоин продолжает прорываться, на самом деле, наверх, 27 800, я думаю, что 30 тысяч – это вопрос времени, это вопрос буквально какого-то времени. Вот у нас пошла коррекция от параболы, но мы же все понимаем с вами, что мы идем на 40 и на 50. Чуваки, золото уже 2024. Практически на all-time high. S&P-ха, Dow Jones практически на all-time high. Понимаете? Кстати говоря. А BTC, он, блин, он уже полтинник должен стоить, просто даже больше. Ну, 52-55 он должен уже стоить, судя по этой динамике. Поэтому BTC, конечно, очень сильно перепродан. Я думаю, что надо накапливать BTC, друзья мои. И не париться. Что я, собственно, и делаю. По нашей ссылке из описания на Bybit. Так, маслице подливаем. Чуть-чуть маслица надо подлить обязательно. Вот. Но на самом деле это все фигня. Вы же не видите, как это выглядит у меня со стороны. Это вообще прикол. Все. На самом деле это выглядит вот так вот. Торгуем, просто не отрываясь от всего. Единственное, что, ребят, пока я не понял, это как торговать во сне. Как торговать во сне. Если у вас есть идея, как торговать во сне, в принципе, да, автоматизированная торговля, сетчатая торговля, ордера, лимиточки, ведра, это, в принципе, все торговля во сне. Блин, неудобно снимать, короче, одной рукой, второй заливать, поэтому, guys, всем спасибо, кто посмотрел этот срочный апдейт. Всем профит-ролей, хорошего настроения и до следующей встречи. Пока.